Красноярскстат сообщает, что по предварительным данным в Туве в 2017 году введено в эксплуатацию 1330 квартир общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров, что меньше на 6,5%, чем в предыдущем году. Снижение объемов жилищного строительства отмечено как по юридическим лицам, так и по индивидуальным застройщикам. В прошлом году в общем объеме жилищного строительства доля жилья, введенного в эксплуатацию населением, составила 76,8%. На территории Кызыла введено в эксплуатацию почти 55,5 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов. При этом на долю организаций застройщиков пришлось 27,8%. Кроме того, наибольшие объемы жилищного строительства наблюдались в Кызылском, Лухемском, Кахемском, Зунхемчикском и Байтайгинском районах, а также в городе Ак-Довураке. Высокие темпы жилищного строительства наблюдались в Чахольском, Мангунтайгинском, Суткольском, Кахемском и Дзунхемчиском районах, а также в городе Ак-Довураке. В то же время на территории 7 муниципалитетов и в городе Кызыле объемы жилищного строительства снизились. О курсах валют: доллар стоит 58 рублей 17 копеек, евро 71 рубль 39 копеек.